Здравствуйте, уважаемые зрители! В 10 часов 30 минут по московскому времени начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Веселин Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари. Вижу, что плюсики пошли, это значит, что с трансляцией все нормально, соответственно, я открываю свой рабочий стол. И давайте посмотрим в календаре, обсудим, вспомним, какие индикаторы, какие события должны были бы произойти вчера, что у нас впереди в ближайшие 24 часа. И как все это вместе может повлиять на валютный рынок, рассматривая ключевые валютные пары. Соответственно, открываем наш календарь и обсуждаем вчерашние индикаторы. Мы говорили, что вчера, скорее всего, некий безиндикаторный день. Был опубликован отчет Банка Англии за второй квартал об условиях кредитования. Конечно, это не то событие, которое сейчас может сильно повлиять на британский фунт. Но в целом я его рассмотрел. Просто потому, что не было каких-либо других индикаторов, было много свободного времени для этого. И на самом деле идет улучшение движения финансовых потоков, то есть по кредитованию, по выдаче кредитов и так далее. Не только среди крупных компаний, но и среди среднего и мелкого бизнеса тоже. И это указывает на улучшение вообще экономической ситуации в Британии, и я думаю, что это некий существенный позитив, который почувствуется и в будущем в бизнес-среде, среди потребителей и так далее. Идем дальше. Практически ничего другого не было. Ежемесячный отчет о состоянии бюджета был опубликован в США, профицитное значение вблизи ожиданий. Конечно, оно тоже не так сильно повлияло и вряд ли бы сейчас могло повлиять на американский доллар. Потом рано утром практически несколько индикаторов. Видно, что по Австралии, а именно индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии, идет улучшение. На самом деле мы должны это учитывать, потому что если оно долго сохранится, то это уже будет когда-нибудь предоставлять поддержку австралийскому доллару. Почему? Потому что давайте даже я с целью открою на графиках пару австралийский доллар-доллар, и мы посмотрим на 15-минутном фреймере, что хоть и некий мелкий откат, там 30-40 пипсовый, произошел на основе вот этой новости. То есть, если в будущем когда-то будет накапливаться хорошая вот такая статистика, не на протяжении там месяца или двух, это может уже создать некую основу или для формирования дна в паре австралийский доллар-доллар. Пока преждевременно об этом говорить, конечно. Идем дальше. Немецкая инфляция вышла практически в соответствии с ожиданием, без каких-либо расхождений. Но понятно, что она снижается. Объясняю почему. Потому что в месячном выражении... Так, что за значение здесь? Хорошо, что я имею в виду? Ладно, давайте посмотрим на гистограмму, то есть на годовую инфляцию. 0,3, предыдущее значение 0,3. Но до этого были значения чуть выше. То есть видно, что предыдущие месяцы, текущие, мы идем в бок, то есть 2 месяца. Но видно, что это не те месяцы, которые были, например, вот здесь в мае, в июне, когда мы увидели хорошую общую инфляцию по Европе. Почему я это показываю? Потому что немецкая инфляция может сыграть ключевую роль для общей инфляции в еврозоне, учитывая, что сейчас было опубликовано и испанская, скоро будет и французская. Вот основная страна, которая формирует общую инфляцию в Европе. Очень схожая ситуация и по Испании. Практически, да, значения в соответствии с ожиданием, но они ниже предыдущих значений, когда в Европе вышла хорошая инфляция. Вспоминаем, там 0,3% по общей инфляции, 0,9% по core CPI. Так что это может указать на то, что в четверг, если я не ошибаюсь, когда публикуется европейская общая инфляция, она может действительно тоже выйти в соответствие с ожиданием ниже предыдущих значений, и это может надавить уже на евро. Производственная инфляция снижается в Швейцарии, в Швеции тоже, и вот итальянская, то есть остается только и французская, и общая по Европе может практически уже спрогнозироваться. Во второй, после этого, значит, в 11.30 инфляция по Великобритании, вообще все индикаторы, их очень много, обращаем внимание на всю группу. Знаем, что хорошая инфляция хорошо для валюты, падающая инфляция в нашем случае, то есть если инфляция снижается по сравнению с предыдущими
значениями по сравнению с предыдущими месяцами. Это плохо для валюты. В известной степени вспоминаем, что британский фунт начал свое существенное снижение в 2014 году, в основном на фоне падающей инфляции. Так что этот индикатор имеет очень большую значимость для британского фунта. Мы должны действительно его учитывать, детально рассматривать. Потом ZEF-институт публикует индикаторы по Германии. В известной степени они тоже могут создать некую внутреннюю волатильность. Промышленное производство публикуется тоже по Европе. Важный индикатор. Потом выступает Марк Карни, будет говорить о текущей экономической ситуации. Тоже события, которые сильно могут повлиять на британский фунт. И, соответственно, не забываем, что в 15.30 публикуется розничная продажа по США, один из индикаторов или индикатор, которые сегодня очень сильно могут повлиять на весь валютный рынок, и не только на валютный рынок. Это и на рынки практически, на фондовые рынки ключевые, например, там, допустим, в США, тоже на сырьевые рынки. Соответственно, понимаем, что если индикаторы повышаются, если вдруг они повышатся лучше ожиданий, это будет мощный сигнал для американского доллара. И позитивные, конечно, если индикаторы будут плохими, то это может надавить на американский доллар. Я предполагаю, что этот индикатор на этой неделе может сыграть некую очень важную роль вообще для среднесрочной тенденции по доллару, которая может продлиться как минимум месяц. Соответственно, понятно, что сегодня очень насыщенный день. Завтра рано утром есть несколько второстепенных индикаторов по Австралии, ВВП по Китаю. Без сомнения, это ключевой индикатор сейчас для Китая. Он сильно может повлиять на все вот эти валюты Азиатско-Тихоокеанского региона. И пресс-конференция, соответственно, заседание Банка Японии плюс пресс-конференция. Потом еще несколько важные, очень важные индикаторы для Китая. Именно розничная продажа, капиталовложение в городское хозяйство и промышленное производство. Именно эти индикаторы раньше сильно влияли на китайскую экономику. Вот пресс-конференция, то есть решение пресс-конференции. Завтра французская инфляция. Вот уже четвертая инфляция. То есть большая четверка в Европе публикует свою инфляцию сегодня и завтра Франция. Тогда уже, скорее всего, будет понятно, что будет с европейской инфляцией. На фоне всех вот этих индикаторов сегодняшний день будет достаточно динамичным. Мы об этом вчера говорили, что с вторника начинается вот эта ключевая статистика по всем странам, ключевые события. Неделя будет очень насыщенной. Мы об этом вчера говорили, что еще уже в понедельник может заранее появиться волатильность по многим валютным парам, резкие движения на фоне ожиданий по всем этим событиям. Какие у вас вопросы конкретно по календарю? Отвечаю на ваш вопрос, который вы задали раньше. Мухаммед Чин Митхат, по России не было отчета. Я не знаю, что имеете в виду. Если вы имеете в виду вот эти индикаторы, которые здесь были, исполнение бюджета, баланс внешней торговли, не знаю на самом деле. Иногда они публикуются с опозданием. Можете проверить в других календарях. На самом деле, во время нашего обзора мы не обсуждаем российский рубль. Он не настолько ликвиден, не настолько популярен для торговли. Время торгов ограничено, поэтому в известной степени для нас рубль не самый интересный. И мы практически его не рассматриваем. Поэтому я даже не обращаю внимания на эти индикаторы. Если вопросов нет, ставим свои плюсики, переходим к графикам. Так, если я правильно понимаю, вопросов нет, соответственно, открываю МТ4, начинаем с чистого доллара, как я говорю, или рассматриваем золото. Давайте посмотрим, что у нас с ценами на золото. Золото находится практически на вот этих предыдущих впадинах. Уже золото на неком такой линии старта, чтобы начать снижаться, то есть все, что мы обсуждали последние несколько дней, последние несколько недель, последние несколько месяцев, для меня остается актуально. Что хочу сказать. Без сомнений, то, что практически доллар повышается, а именно когда золото падает, показывает на то, что
скорее всего, уже заранее формируется некий позитив, что американская статистика сегодня может быть хорошей. То есть, что розничные продажи, скорее всего, как минимум оправдают вот эти ожидания, то есть выйдут вблизи ожиданий. Если статистика будет действительно лучше ожиданий, то уже могут произойти первые попытки для того, чтобы мы снизились ниже вот этих впадин. И чтобы потихонечку, зигзагом, с мелкими откатами некими там 10, 20, 30 долларовые, начиналось некое такое медленное нисходящее движение. То есть вот предпосылка сейчас есть для вот этого движения. Соответственно, еще раз хочу сказать, я предполагаю, что сегодня индикаторы по розничным продажам могут сыграть ключевую роль для всего валютного рынка и, по большому счету, конечно, в основном для американского доллара. Конечно, если розничные продажи будут плохими, лично по моему мнению, по золоту может произойти в ближайшие дни, в зависимости уже от других индикаторов, откат, если мы сейчас находимся на уровне 1150, до 1170 очень спокойно, до 1180, даже я видел, что вблизи 1190 мы можем подняться, то есть на 40 долларов можем подняться. Если розничные продажи будут слабыми, если они будут негативными, не будет роста, если на этой неделе следующие индикаторы по США, именно по инфляции, плюс все вот эти второстепенные, там, потребительское доверие и так далее, не будут указывать на улучшение, то тогда здесь будет откат. Так что трейдеры по золоту, если кто-то раньше шортил, если кто-то сейчас шортит или должен это понимать, что при плохой статистике нужно сразу закрывать свои короткие позиции. Конечно, наверное, есть и те, которые покупают, у каждого собственная стратегия, собственный взгляд, каждый для себя сам решает. У каждого практически торговля идет по разным стратегиям, на разных таймфреймах и, конечно, это понятно, что мы все должны отличаться. Если мы бы думали одинаково, как говорится на финансовых рынках, тогда не было бы торговли, график бы не двигался, никто бы не покупал, никто бы не продавал. Долларовый индекс. Что у нас есть? Мы практически движемся чуть вверх, чуть вниз, вблизи вот этой вершинки. Без сомнений, при хороших розничных продажах мы можем потихонечку попытаться подняться к этим абсолютным максимумам, которые здесь находятся, то есть вот эти локальные, имею в виду абсолютные для этой вершинки. И, конечно, на фоне уже всей статистики и событий на этой неделе, учитывая, что будет и заседание Европейского центрального банка, долларовый индекс более трудно предсказуемый по сравнению с ценами на золото, потому что там, скорее всего, чистый доллар. Здесь практически мы учитываем уже все события по Европе. И не забываем, что это заседание Европейского центрального банка. Плюс завтра еще и публикуется бежевая книга по США. Много событий. Конечно, мы говорили, что, скорее всего, если будет рост по доллару, он будет вялым, слабым, не будет таким стремительным, как вот здесь, то есть зигзагом, непонятно, как долго будет продолжаться. Но единственное, знаем, что сегодняшняя статистика, которая практически, то есть статистика до сегодняшнего дня полностью оправдывает вот эту зеленую линию в качестве очень мощной поддержки для долларового индекса. То есть даже поскольку я чисто визуально вижу, что мы от зеленой линии до текущего уровня, это 370 пунктов получается по долларовому индексу, приблизительно где-то практически мы в середине вот этого всего движения. То есть быки и медведи выровнялись. Пара евро-доллар. Что у нас есть? Давайте я перейду к линейному графику. Все-таки вот эти свечи, которые были чуть выше пунктира или выше белого диапазона, оказывается рыночным шумом. Конечно, рыночный шум по этой валютной паре на фоне событий около Греции, то есть более тонкого рынка, были вполне оправданы, чтобы были более резкие такие движения на фоне неких индикаторов. Я придерживаюсь к своему мнению, что если розничные продажи будут хорошими по США сейчас, то, скорее всего, все больше и больше увеличивается вероятность, что этот квартал, который практически сейчас проходит третий, а именно белый диапазон, который мы нарисовали, это с начала июля. Практически он у нас
если я не ошибаюсь, до конца сентября должно было бы быть здесь в параметрах, да, до конца сентября. Мы знаем практически, что этот белый диапазон – это текущий квартал. Я придерживаюсь к своему мнению, что если розничные продажи сейчас будут достаточно хорошими, с большой долей вероятностью основная часть графика в этом третьем квартале пары евро-доллар будет в белом диапазоне. И рано или поздно, накапливаясь хорошая информация по США, мы сломаем вот эту линию зеленую и пойдем еще чуть вниз. Так что, что хочу сказать, вот пока еще придерживаясь к моему видению, но если розничные продажи по США будут слабыми, тут может произойти снова некий откат, который может подтолкнуть график выше вот этого диапазона. И уже следим за другими событиями, как, например, там инфляция, которая публикуется по США в конце недели, вообще за бежевой книгой. Посмотрим, что Джанет Йеллен в среду и четверг скажет. Я готов в любое время при форс-мажорной ситуации быстро практически пересмотреть свое видение и могу спокойно убрать вот этот белый диапазон. Конечно, это будет озвучено во время трансляции, если так ситуация будет развиваться. Пока вероятность маленькая, но следим за розничными продажами сегодня. Плохие розничные продажи, я могу быстро отказаться от этого диапазона, потому что не будет причины для того, чтобы ожидать некий хороший экономический рост в США, когда потребление снижается, оно составляет основную часть ВВП. По фунту сегодня инфляция, выступает Марк Карни по инфляции, завтра публикуется статистика по рынку труда. Вообще очень сложная ситуация с этой валютной парой. Понимаем, что фунт и американский доллар самые стабильные с точки зрения фундамента. Мы говорили уже последние 6-7-8 месяцев, даже со середины, можно с конца даже прошлого года, что британская экономика и американская показывают наилучшую статистику, наилучшие индикаторы, как экономический рост и так далее. Соответственно, ожидать, что по фунту начнется некое давление или снижение, это слишком оптимистично для тех, которые смотрят на эту пару вниз. И наоборот, если кто-то ожидает, что здесь начнется некий сильный рост, тоже слишком оптимистично для тех, которые покупают вот эту валютную пару. Потому что я предполагаю, что зеленая линия будет работать в качестве поддержки, красная в качестве сопротивления. Пока мы можем сохраниться где-то здесь. И если в ближайшие дни или там две недели статистика будет указывать на то, что параллельно и в США идет улучшение ситуации, и в Британии, я тогда поставлю здесь один диапазон, который будет указывать на то, что я предполагаю, что основная часть графика в третьем квартале будет где-то вот здесь. Но пока об этом преждевременно говорить. Так что пока здесь вот такова ситуация. Австралийский доллар здесь как будто идет двойное тестирование на мелких фреймах. Можно увидеть. И вот давайте я покажу вот первая впадина, вторая впадина, которая приблизительно на том же самом уровне. Прикасаясь к этому, все время вот эти тени, нижние тени свечей входят в вот этот диапазон, который когда-то мы говорили, что если будет выход из этого разброса, в котором мы двигались в этом диапазоне, при хорошей статистике по США, то рано или поздно мы должны дойти вот до этих уровней. Вот мы до них дошли, потому что потихонечку здесь уже начало улучшаться. Вот с середины мая мы знаем, что начала улучшаться статистика по США, мы спустились. Насколько быстро будем еще идти вниз, зависит от американской статистики. По Австралии мы в календаре увидели, что нет ничего важного, нет никаких важных индикаторов, которые могут действительно оказать поддержку на австралийский доллар. На самом деле, вот сегодняшний бизнес-доверие или настрой, тот, который индикатор мы увидели, который увеличился в деловых кругах, сантимент или настрой в деловых кругах, он был самым важным, и видно, что он спровоцировал некий такой мелкий там откат на мелких фреймах, на 15 минутках, на 30 минутках, если мы анализируем график, то, что мы увидели на 30-40 пипсов движения вверх. Других важных индикаторов по Австралии нет, то есть никто не может помочь австралийцу, чтобы он действительно пошел вверх, кроме завтрашней статистики по Китаю. То есть если завтра китайская статистика будет вялой,
то тогда уже полностью все в руках американской статистики, если она продолжает свою вот эту позитивную тенденцию, то есть выходит обычно хорошая статистика, то здесь медленными шагами мы можем и по этой паре практически пойти вниз и еще давить на австралийский доллар. Новозеландец, тоже валюта, которая в известной степени может сильно отреагировать завтра на китайскую статистику. Серый диапазон, как мы знаем, учитывая, то есть лично по моему мнению, я могу ошибаться, каждый практически сам для себя решает. Я говорил, что вот эти уровни для меня указывают на тот фундамент, который уже учитывает и второе снижение процентных ставок в Новой Зеландии во второй половине этого года. То есть они сказали, что два раза снизят, скорее всего, ставку на 25 базисных пунктов. Совсем недавно, вот здесь, помним, в начале июня было первое снижение. И второе, по моему мнению, учтено здесь в цене. То есть, чтобы пара действительно пошла еще вниз в неком направлении, это либо должны американцы поднять ставку, либо в США практически настрой по повышению ставок должен увеличиться. Чтобы настрой по повышению ставок в США увеличился, нужна как минимум заранее хорошая статистика. Вот сейчас есть много событий, которые могут спровоцировать уже тоже некие попытки снижения. Хоть мы должны понимать, что здесь я не ожидаю некого падения отсюда уже после вот этого сильного падения, которое достаточно быстро произошло. Всего лишь с середины или там с начала мая практически мы упали на 10-11 фигур. Это приблизительно от текущего уровня 0.77, это приблизительно на 15%. Это 15-процентное падение. Достаточно мощное падение, то чтобы ожидать, что мы еще на 6-7 фигур упадем там внутри дня или недели всего лишь на основе двух индикаторов, немножечко крайне оптимистично. Соответственно, если даже мы в долгосрочной перспективе можем пойти, например, к 0.60 где-то вот к этой впадинке, допустим, то есть если мы можем пойти еще на 6-7 фигур вниз, я не предполагаю, что это произойдет за день или два. Это может практически продлиться. Откаты по этой паре обычно достаточно существенные. Пара достаточно волатильна. Среди мажоров она одна из самых волатильных. То есть среднедневная волатильность в пипсах даже, а не в процентах, достаточно большая. Будьте начеку. Доллар, японская иена. Мы вот эту пару обсуждали более детально практически и на прошлой неделе, в конце прошлой недели, имею в виду, и в начале этой недели, то есть вчера. И мы говорили, что сейчас, учитывая, что скорее всего завтра во время заседания Банка Японии, Банк Японии полностью сохранит свою риторику, никто, практически рынок, не ожидает каких-либо радикальных изменений сейчас со стороны Банка Японии именно сейчас. Учитывая, что мы смотрим график на часовом таймфрейме, то есть нас интересует ближайшая перспектива, есть большая вероятность, то, что я здесь рисовал, чтобы, например, заново восстановилось вот это восходящее движение, и чтобы пара снова попыталась войти в серый диапазон, прикасаясь к предыдущим вершинкам. На самом деле, с конца прошлой недели практически мы уже чуть-чуть заранее находимся выше, то есть мы когда эту ситуацию обсуждали на прошлой неделе, мы находились 10-го вот где-то здесь. Вчера мы находились, вот где-то здесь. То есть, что мы сейчас видим? Пара заранее отыгрывает сохранение риторики по монетарной политике в Японии на предыдущих уровнях. И потенциал для выхода хорошей статистики, потенциал для выхода хорошей статистики по США. И вот видно, что поэтому она растет. Если действительно это так будет, мы продолжаем потихонечку вверх в ближайшие несколько дней, может неделя или две, там и другая статистика будет заранее практически может быть отыграна. Соответственно, если ситуация по США не будет такой, а выйдет плохая статистика, то, как мы говорили, учитывайте вот эту линию, через вот эти вершинки, которые практически проводятся, мы раньше вот этого прорыва не видели, когда это говорили, и говорили, что если даже будет некий прорыв, тот, который сейчас
получается, он может быть преждевременным и неоправданным. И трейдер, который покупает вот эту пару с целью совершения краткосрочных сделок, то есть, чтобы заработать фигуру 2-3, например, где-то отсюда, вот до середины, допустим, грубо говоря, либо верхней части, либо нижней части вот этого серого диапазона, должен понимать, что, как я уже все время говорю, при необходимости нужно прыгнуть с тонущего корабля. То есть, если у кого-то уже, рискуя, открыл длинную позицию по этой паре, то есть короткую по иене, то на фоне плохой статистики по США просто нужно закрывать сделку и все. Почему? Потому что пара заранее отыгрывает некий позитив, вдруг выходит негатив по США, она может быстро просесть. Тогда нужно бегать. Конечно, это мое мнение, и каждый для себя сам решает. Кто-то покупает, кто-то продает. Есть люди, которые сейчас утверждают, что пара доллар-иена, например, я не знаю, на каких таймфреймах, просто видел и другие аналитики, конечно же, есть. И я не говорю, что в России или в нашей компании конкретно. Они предполагают, что вот эта пара будет сейчас, идет уже некое сильное снижение, и пара может просесть. Это их мнение, каждый для себя решает, я пока еще такого для себя вообще не вижу. Доллар, канадский доллар. Потихонечку подходим к абсолютным вершинам вот этого предыдущего диапазона, в котором находился график. Еще раз хочу сказать, мы об этом говорили, что по Канаде на этой неделе очень много важных событий. На первом месте это заседание Банка Канады завтра, плюс, без сомнения, в конце недели канадская инфляция. Если они будут... Инфляцию мы уже много раз комментировали, не буду все те же слова все время один к одному говорить. При плохой инфляции по Канаде есть предпосылки для выхода из этого диапазона, если это будет подкреплено американской статистикой. То есть, если по США выйдет хорошая статистика по розничным продажам, если американская инфляция в четверг будет достаточно хорошей, вдруг и плохая статистика по Канаде, то отсюда, как я говорил, мы выходим из этого диапазона и будут предпосылки уже в текущем месяце для того, чтобы мы спокойно зашли в верхний диапазон. Я говорил, давайте дождемся до окончания вот этой статистики, и когда будет понятно, есть ли вероятность для входа или выхода из предыдущего и входа в верхний диапазон, я буду пересчитывать определенные уровни, потому что там у меня где-то получается одни уровни по фундаментальному анализу 1.31.5 или 1.32 где-то, которые могут быть очень быстро достигнутыми. Но я даже еще практически не их считал, это время затратно, у меня в Excel есть модели, которыми я пользуюсь, я практически их подключу, только если выйдет хорошая статистика по розничным продажам, чтобы в моем модели учитывался второй хороший квартал в США. Идем дальше. Доллар, швейцарский франк. Магнит подтягивает пару все время к себе. Вот мы находимся на этом критическом уровне, то есть на 200-дневной скользящей средней. Хоть видно, что мы находимся чуть ниже. Это смотря как кто ее рисует. Для кого-то уже она уже здесь. В моем случае она чуть выше, то есть где-то там мы находимся на 200-дневной скользящей средней. Без сомнений, при хорошей статистике по США, я придерживаюсь к своему предыдущему мнению, что будут первые попытки для уже некого видимого прорыва вот этой линии, то есть чтобы и эта пара пошла медленными шагами вверх, пытаясь сначала пробить вот эту линию, и потом уже будет вибрировать график очень быстро в ближайшие дни на основе всех вот этих индикаторов, на основе даже заседания Европейского центрального банка. Но давайте посмотрим, какова выйдет статистика. И хочу сказать, при очень слабых розничных продажах, если выйдут сегодня и вдруг отрицательные числа опубликуются, вдруг Джанет Йеллен говорит, что вот в среду и в четверг скажет, вот видите ли, не надо торопиться, потребление практически снижается, то тогда... Я предполагаю, что мы можем еще здесь задержаться в приблизительно вот этом диапазоне, то есть не доходя до самых вот этих абсолютных минимумов, которые в этом сером диапазоне, но где-то вот до 0.93.5, 0.92.5, при слабой статистике мы можем просесть. Так что будьте аккуратными, трейдер и по этим парам должен учитывать, смотря вверх или вниз, на фоне практически чего.
Евро, швейцарский франк, полный боковик, спячка, очень низковолатильная пара в текущих условиях. Соответственно, я жду ваших вопросов по ключевым валютным парам. Если они есть, пишите в чате. Предполагаю, что впереди очень большая волатильность. На этой неделе просто, как я говорил, не только уже со вторника, то есть мы вчера это говорили, а еще уже с понедельника, когда подключатся американские рынки, я предполагал, что волатильность по многим парам увеличится. И так что думаю, что неделя будет очень динамичной, насыщенной. Алексеев Максим пишет, есть, хорошо, пишите ваш вопрос. Скажите ваше, Гаюша Наталья, скажите ваше мнение по паре фунт иена. Хорошо, давайте посмотрим этот кросс-курс, хоть мы этих кросс-курсов не обсуждаем. Так, где мне его открыть? Одну секундочку. Угу. Так, давайте тогда в самом краю. Ага. Просто здесь есть некие нужные для меня. Давайте я посмотрю, если все-таки эта пара у меня когда-то была открыта. Фунт иена нет, тогда мне нужно ее добавить. Вот она, фунт иена. Давайте сейчас посмотрим на график. И я практически что хочу сказать. Значит, скажите ваше мнение по паре фунт иена. Конечно, я не знаю, на каком таймфрейме, что вас конкретно интересует, но по поводу вот этой валютной пары. Без сомнения, идет дивергенция между монетарными политиками в Великобритании и в Японии. То есть, если даже мы видим, что, например, по доллару есть потенциал для некого мелкого роста, при хорошей статистике по Великобритании тоже есть потенциал для некого мелкого роста. То есть учитывайте, что и по Великобритании есть потенциал для некого мелкого роста. То есть если мы посмотрим на дневной фрейм, все-таки нужно отдавать предпочтение британскому фунту. Но я просто знаю историю британского фунта, чтобы фунт снова добрался до вот этих вершин, которые здесь, ему практически не будет так легко. То есть вот эти вершины, вот этот самый хороший период британского фунта в 4 до 8 года, он чисто фундаментально на вот этих долгосрочных факторах сейчас недостижим. Просто тогда экономическая ситуация в Великобритании была достаточно стабильной, ставки были на очень высоких уровнях, они даже были намного выше в США, можете посмотреть на графиках, сейчас такого нет. Конечно, стабильный фундамент сейчас по Великобритании предоставляет возможность для некого долгосрочного будущего, что мы, если да, действительно в Великобритании через 4-5 лет ситуация практически все время будет улучшаться, то мы снова можем дойти до этих вершинок. Но я бы это практически пока еще не рассматривал. Но без сомнений, в некой такой среднесрочной перспективе рынок отдает предпочтение фунта перед японской иеной. То есть я бы, если торговал по этой паре сейчас, для меня бы сделки в основном были в направлении восходящего тренда. Конечно, это не значит, что все время нужно покупать. Нужно покупать на откатах. И, соответственно, каждый уже для себя сам должен иметь некую стратегию и так далее. Алексеев Максим, вот что хочу сказать. Вот я немножечко уже по поводу вопросов Греции думаю, что много раз мы говорили, значит, вот эти все новостные новости, которые выходят о Греции, вообще там, что еще было? Вот я больше уже 2 лет провожу вот эти обзоры,
Кипр был когда-то, Греция, там много что еще было, понимаете. И мы всегда говорили, есть новости, которые мы должны учитывать с точки зрения торговли на валютном рынке. Есть другие новости, которые они интересны, например, для широкой аудитории. Например, если вы возьмете некую газету, например, там почитать, где что происходит в мире, чтобы, ну, допустим, у вас свободное время. Вот есть такие новости. Мы во время наших обзоров обсуждаем только новости, в основном, которые практически влияют на рынок, то есть на валютные пары, на графики с точки зрения торговли. Соответственно, поэтому я Грецию никогда не рассматривал, потому что много раз, как минимум раньше, один раз в месяц давал такие примеры. И последнее время, когда был вот этот чум около Греции, как минимум один раз в неделю, что ВВП Греции это 1% с половиной ВВП еврозоны и меньше и около процента всего ВВП Европейского Союза. Соответственно, если то, что я просто повторяю эти слова уже, наверное, 10 или 15 раз за последние 3 месяца. Если Греция теоретически выйдет из Евросоюза и там из еврозоны, то есть на первом месте из еврозоны, то это может чисто фундаментально повлиять на евро на 1,5-2 цента. То есть это некие ничтожные, практически в самом-самом плохом случае, это некие ничтожные практически движения для валютных трейдеров на среднесрочных, например, таймфреймах. Поэтому мы это не обсуждаем, потому что, во-первых, там такого печального сценария практически, чтобы Греция вышла из еврозоны, никто не рассматривал, или вероятность была к 1%, то есть нельзя сказать на 100% всегда вот так будет. Соответственно, все вот эти новости, да, они влияют, без сомнения, это практически как будет реагировать рынок на ситуацию в Греции. Конечно, это важно для самой Греции, для населения Греции, практически для греческой экономики, для бизнеса. Без сомнений, все вот эти меры, которые принимаются в Европе, они важны. Но для нашего валютного рынка я не думаю, что мы должны удалять внимание на новости, которые практически не влияют на графики. Хорошо, соответственно, видно, что других вопросов нет. Тогда вам желаю хорошего дня, прибыльных сделок, удачи и до новых встреч. С вами был Веселин Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари.